утомленная душа так долго. Привет! Именно эту песню выделяют многие поклонники из творчества Дианы Анкудиновой. Да, а если вы еще не знаете, сегодня на всех цифровых площадках, друзья, в совершенно бесплатном доступе появился дебютный альбом Дианы Анкудиновой. Под безжалостным дождем не могла найти свой путь. Немного грустные, пропитанные какой-то глубокой печалью, можно сказать, даже меланхолией, под настроение, в общем. 9 композиций были призваны растопить наши сердца этой зимой. И знаете, это им удалось, по большому счету. Музыка нового альбома Брэндона Стоуна, слова Марии Тарасенко. Называется новая работа команды Дианы Д.А. Думаю, это означает Диана Анкудинова. Что же, до моих личных впечатлений мне больше всего пришлась по душе композиция «Ночь». Моя ночь от меня ускользает, снова прячется в алый рассвет. Очень яркая и интересная. В целом, судя по комментариям большинства слушателей, новый альбом пришелся поклонникам Дианы по душе. Так долго ждали, и вот, наконец, это свершилось. Впрочем, нашлись и те, кто не оценил новый альбом, посчитав его слишком уж каким-то меланхоличным, не раскрывшим потенциал Дианы в полном объеме. Этим людям мне хочется сказать лишь одно – это дебют, это старт, и это уже не каверы, это авторский контент, и это круто, это действительно интересно, и это крайне трогательно. А какое впечатление у вас сложилось после прослушивания нового альбома Дианы Анкудиновой? Какая песня вам понравилась наиболее всего? Конечно же, напишите об этом в комментариях, друзья, и спасибо, что смотрите канал Горинов Лайв. До новых встреч и берегите себя. Увидимся. Ну что ж, ребята, альбом наконец-то закончили. Дуэта вы дождетесь в следующем году. Зато вы получите много красивых песен Дианы. И крайняя песня на альбоме будет звучать вот так. Утомленная душа так долго.